дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Наконец-то я уже все перенес, достроил первый дом. Третий дом уже был построен. Немножко там возле первого дома подровнял. Ну, как бы вокруг площадь немножко. И наконец-то достроил наш второй дом. Второй дом у нас был где-то вот там. А сейчас я его перенес немножко вот сюда, где-то вроде 500 метров от второго дома, и он, ну, и сейчас он тут. Я уже объяснял, почему, потому что тут, во-первых, и горы, и во-вторых, равнина, и в-третьих, там еще и джунгли есть. И как бы тут можно будет и более-менее исследовать... О! Секундочку... Не говорите, что это шайни. Или это шайни. Охренеть. Шайни. Я думаю, все знают, что такое шайни покемон. Но вот то, что корова, милтанг, шайни, это, конечно, ну, как-то не в кайф, так как нахрена мне милтанг, шайни. Но в другом смысле у нас нету покемонов шайни. И в этом-то и суть, что классно, что мы его словили. В смысле, не словили, а пока что только нашли. Вот, видите, даже вот тут какая-то стрелочка, не стрелочка, а вот звездочка сверху слева, там, где пишет имя покемона, его уровень, жизнь, и там такая звездочка есть. То бишь, показывает, что это не простой покемон, а как бы, как это можно сказать, какой-то ультра-покемон, специальный покемон, то бишь, уникальный, вот, уникальный, что я хотел сказать. И сейчас мы... Смотрите в чат. Смотрите в этот... Ни хрена себе. Да чё, тут так быстро легендарные покемоны спавнятся? Так просто или просто я не всегда замечал их? Милтанг, словись, пожалуйста, где-то... Легендарный покемон. Ну хрен я этого Милтанга словлю. И шайни... Да, что-то я как-то мир переделал, перешел на новый мир, и вот я не успел начать серию. Просто-напросто не успел ее начать. Не... Так, дорогие друзья, этого не нельзя так. Я включу гейм-мод. Где легендарный покемон заспавнился? Твою ж фуражку. Это не читерство, дорогие друзья. Я просто хочу взять... Генгар, ты где? А, вот он. Иди сюда, иди сюда. Так. Охренеть. Где-то рядом легендарный покемон заспавнился. Шайни Милтанг, иди сюда. Чем бы тебя ударить, чтобы не убить? Давай гипнозом. Не загипнотизировал? Так, он вроде спит. Если я так понял, что там написало, что он спит. Легендарный твою мать покемон. И плюс к тому, шайни. Да ты будешь дрыхнуть уже, зараза, шайни покемон. Че тебе... мастерболом ловить. Пишет же в чате, что Милтанг спит. Вот эта хрень просто... То, что... Ну, не то, что хрень, но... Шайни Милтанг, это чуть-чуть как-то, знаете, не в кайф, плюс к тому. Ну, не знаю. Лучше бы там, знаете, какой-то действительно вот тот же Генгар там шайни был, или Оникс шайни, любой другой покемон, которым можно более-менее играть. Что-то хрен этот Милтанг засыпает. Я так понимаю, нужно будет покупать мастербол. Но то, что в чат написало, что где-то заспавнится легендарный покемон, вот смотри, Пиксельмон, legendary has spawned in the plains biome. Тут же где-то рядом, наверное, заспавнился легендарный покемон. Да я его сейчас хрен найду и хрен вообще словлю, так как вот сейчас мне этот шайни Милтанг мозги компенсирует.
Я даже не буду бить этого Shiny Милтанка, так как я боюсь, что я его убью. Он только 9 уровень. Если я его раз там ударю, два раза он 100% умрет. Ну в чате же пишет, что Милтанк спит. Да, я так понимаю, нужно будет экстренную доставку вот сейчас себе покупать. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем. Включать гейммод, брать себе один мастербо, потом идти в магазин и сдавать его. Ну, сдавать 5 алмазов или сколько там стоит. Легендарный покемон где-то заспанился, я его... В принципе, шайни и легендарный покемон. Выбор, конечно... Конечно, да, лучше все-таки, наверное, легендарного покемона выбрать. Но просто у нас шайни еще нету. Ну, то ли легендарный покемон. Но если так считать, шайни у нас вот сейчас уже перед глазами, а легендарного покемона еще нужно искать. Я уже на тебя просрал 12... Не просрал, я на тебя уже потратил 12 ультраболов. Да, я, наверное, сейчас куплю себе один мастербол. А! Ты... Таурос или кто ты там... Шайни, 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 иди сюда, шайни, 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 шайни. Шайни, охренеть. Все, экстренная доставка. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я уже так делал, когда у меня рядом с собой не было ультраболов. То бишь мастерболов. Я вот так доставил себе, как бы взял с креативного режима, а потом поставил 5 алмазов в наш магазин. Легендарный покемон, охренеть. Действительно, как вы заметили, действительно в чат пишет, что где-то заспавнится легендарный покемон. И походу где-то вот в этой биоме. Ну, он, наверное, уже 100% пропал. Это чё вообще как-то... Не знаю, как это сказать. Я действительно где-то день-два только перестраивал вот эту карту. А, кстати, что я забыл. Я еще нашел возле первого нашего дома покемона-босса. Вроде Гроулит красный был. С него я выбил еще одну умножитель опыта. Ну, потом я покажу. И, в принципе, да. Еще там пару дисков, какой-то покебол, что-то такое. И я нашел три штуки дротини, прикиньте. В то время, как я вот этот строил дом, я вот в реках где-то еще находил редких покемонов, это дротини. Я нашел три штуки и выбил 6 алмазов. С первой дротини выпало 2 алмаза, со второй 1, с третьей 3, да. То бишь, можно сказать, я добыл 6 алмазов. Вот сейчас охренеть, мы нашли плюс к тому шайни, ну где-то рядом заспавнился еще легендарный покемон, ну как вы заметили, мне предстоял выбор, или словить шайни, или попытаться найти легендарного покемона. Но суть в том, что шайни у меня был перед глазами, и я его мог как-то словить, ну с экстренной доставкой, как я его и словил. Или же пойти искать легендарного покемона, и не в том суть, что... Неизвестно, нашли бы мы его или нет. И словить его, да. Или словить шайни. Суть в том, дорогие друзья, что я за вот эти все серии, что я снял, я ни разу не находил шайни. Ни разу. Я нашел Мью. Я нашел Артикуна. То бишь, два легендарных покемона. И плюс к тому, еще вот... в чате даже написано, что где-то рядом заспавнился легендарный покемон. Я не нашел еще ни одну шайни. Ну, в принципе, может где-то она и заспавнилась, ну, может я ее просто не увидел. Я когда вот сюда бежал, рассказывал, что я как сделал, я реально вижу какой-то милтанк, знаете, вот, не такой розовый, такой синий. Я, знаете, дорогие друзья, я сначала подумал, что это просто обычный милтанк, ну, в смысле, босс. Я уже думал, какой-то там босс синий. А потом я понял, что вроде синих боссов, ну, не знаю, вроде бывает, но что-то милтанк как-то не смахивает на синего босса, а смахивает как-то более на шайни.
как-то раскраска вроде синий, но не босс, а более такой похожий на шайни. Я охренел, действительно шайни покемон. Конечно, жалко немножко то, что не, например, там не шайни Генгар или не шайни там Чармелион или не шайни любой другой покемон, а шайни Милтанг. Ну, в принципе, первый шайни и так нормально. Ну, кстати, не первый, так как я действительно говорил, что я тогда нашел Мью, собственно, не нашел, а снял видео, и потом мне кто-то написал, что у тебя за спиной там был Мью. Я когда пересмотрел, действительно, еще раз скажу, там был Мью. Я как понял, он был не розовый, вот такой, например, как этот, а был синий. То бишь синий, это тоже шайни получается. И тогда был шайни Мью, мало того, что был легендарный покемон, которого я не словил. А плюс к тому, это был шайни. Ну, я его не увидел, а сейчас Милтанка увидел. То бишь можно считать, что мы словили нашего первого шайни покемона. И сейчас я сразу же пойду, возьму его с компьютера, полюбоваться, короче, что-то я запутался. Ну, в смысле, не запутался. Как это сказать? Полюбоваться. Чё-то я вообще туплю немножко. Слово забыл, прикиньте. Короче, посмотри на нашего шайни покемона. Да, забыл, чё-то действительно. Так, где наш Милтанг? Шайни Милтанг, словленный мастерболом. Вот он. Так, кого мы поставим в компьютер? Давайте Мью. Вот наш шайни Милтанг. А, воу, кстати, что я забыл? Где у нас тут ресурсы? Вот тут у нас 4 штучки. И сейчас мы пойдем в наш первый дом. Так, первый дом. Ну, легендарный покемон еще заспавнился. Твою мать. Так. И тут еще возьмем одну. Еще 5, чтобы на всякий случай купить еще один мастербол. Я думаю, дорогие друзья, вы понимаете. Ну, в смысле, 5 покеболов, 5 алмазов я сейчас отдам за то, что как бы мы купили там экстренную доставку, да, что как бы у нас при себе не было мастербола, а я как бы включил креативный режим, взял себе один мастербол, а потом сейчас пойду в магазин и как бы положу туда еще, ну, 5 алмазов, как бы 5 алмазов стоимость одного мастербола, да. Я думаю, вы помните еще про магазин. Ну, в смысле, магазин у нас есть. И, кстати, вот он, вот он, вот он. Да, вот тут он. Да. Ой, нет, это задний вход. Ну, да, вот. Магазин у нас тут. В принципе, он такой же, как и был. Я все вернул на свои места, сколько я купил. Вот тут я купил что-то на 3 алмаза. Тут я купил ничего. Тут тоже ничего. Тут я уже купил один мастербол. И тут я купил уже 6 раз ультраболы. То бишь, это получается 30 ультраболов я уже купил. И сейчас я ставлю 5 алмазов за тот ультрабол, который мы уже купили. И еще 5 алмазов еще за один ультрабол. Твою мать, какой нафиг ультрабол? За мастербол. Вот. 5 алмазов, что было. 5 алмазов за мастербол, который мы купили. И я словил шайни Милтанка. И сейчас еще поставлю 5 алмазов еще за один мастербол. Я думаю, дорогие друзья, вы понимаете, зачем, так как вот сейчас уже пишет в чате, где что спавнится типа легендарный покемон. И вот легендарный покемон заспавнился. Еще раз покажу вам, что в чате написала, но я решил все-таки словить шайни. И, в принципе, сейчас, что мне нужно? Нидорина, вот чем. Так. Нидорина эволюционирует с помощью лунного камня. Лунный камень только можно выбить с покебоссов вроде, с покемона-боссов. И, то бишь, мне нужно его купить, да. В принципе, у нас еще есть. Вот, у нас еще есть фосил. Я что-то забыл даже про фосил, но его я уже, наверное, все-таки очищу в следующей серии. И сразу, наверное, как бы воскрешу нашего доисторического покемона, в смысле закаменелого покемона. И посмотрим, что это за покемон. Да. Так, сейчас. Ну, еще раз скажу, мастербол я купил для того, что как бы вот такие ситуации, что может где-то повезет и где-то заспавнится
легендары покемона, у нас опять при себе не будет мастербола. А вот так мастербол у нас будет и будет как бы на ух ты, что-то напал. На не на предвиденные ситуации. Вот что-то я сегодня заговариваюсь. Вот, кстати, новый покемон, вроде Дрифлон. Что-то такое непонятное. Ну, в принципе, я его пока что ловить не буду, так как... Ну, не буду. Его тут дофига в равнинах, как я заметил. Так. Кстати, вот какая у нас там на карте домик получился. Что-то немножко на деревню смахивает. Так. Подойдем, может, поближе к джунглям. Может, в принципе, повезет. Там Мьюза спанится. Еще кто-то. Вот, кстати, где спавнится Забдус? Вот это мне капут, как интересно. Вот, Поливертл, да? Поливертл, да. Его бы нам, конечно, нужно все-таки словить, так как наш Поливертл, которого я словил уже больше, как бы, уровень, чем вот этот Поливертл, и что-то он или багнут, или что, короче, ну, что-то он не хочет эволюционировать. Ни хрена себе ты ему дал. Дул, в смысле. Так, не убьем мы его. Ну, почти убили. Так, словим. Ух, случайно мастербол не нажал. Пытаемся его словить. Пытаемся. Словим? Я думаю, да. А, отлично, мы словили Поливертла, то бишь. Вот это я случайно. Ну, в принципе, и так убьем мы вот этого Секинга. Да. Поливертл мы словили. Поливертла, а не Поливертл. Так как действительно Поливертл нас счет багнутый немножко. Так, идем мы в наш второй дом. Тут легендарный покемон заспавнился. Экстрим биом это у нас горы. Так, в какую сторону бы пойти? Где он мог заспавниться? Так, нормал. Давай, фар. Потянет комп, не потянет. Через непрогруженные текстуры. Так, да. Беги, кушай, зараза. Два легендарных покемона заспавнилось за одну серию. Смотри, дорогие друзья, если так посчитать то, что в предыдущих версиях, когда не показывала, спанится ли легендарный покемон или не спанится, если вот тут два легендарных покемона заспанилось за одну серию, сколько я тогда просрал легендарных покемонов и даже не увидел, что они где-то заспанились. Сколько штук? Охренеть, иди ты в жопу, твой... Так, лишь бы ты не пропал, там легендарный покемон, F5. А, так, давай в эту сторону, через Арик, давай, лети, дружок, лети. Легендарный покемон. Кто может заспавниться в биоме вот этой, в горах? Это у нас вроде Молтрес, как я помню. И это у нас Мьюту. А прикиньте, Мьюту, я охренею, если это Мьюту. Если, конечно, мы его еще найдем, твою мать. Он уже 100%, наверное, пропал просто, пока мы его вот сейчас тут будем... летать, искать. Заспанился легендарный покемон. Экстрим Хиллс Биом. Экстрим Хиллс Эдж. Ух ты, да я не там летаю, значит. Или там, или это одна и та же херня. Экстрим Хиллс. Экстрим Хиллс Биом. А, Экстрим Хиллс Биом. Значит, он где-то на горе заспанился. Экстрим Хиллс Биом это большие горы. Экстрим Хилл Биомс. Я смотрю только Забдоса. Может, это действительно Мьюту заспавнился. Он такой маленький, что хрен его найдешь. Ну, в смысле, я не говорю, что он маленький, но суть в том, что он намного меньше, чем Молтрес. Молтреса сразу заметишь, так как это Молтрес, твою мать. Два легендарных покемона за одну серию заспавнились. Это что такое там летает? Это Пиджиото, хрень твою фуражку. Нахрена мне твой... Пиджиот, он уже у меня есть. Мьюту. Кто там был? Нет, это не Мьюту, это кто-то Джиудут какой-то. А ла 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 ла.
Тут покемон уже 100% пропал, легендарный покемон уже, наверное, испарился 30 раз, пока мы его вот тут летаем, что-то пытаемся найти, хрен находим или что-то делаем. Твою мать, два легендарных покемона за одну серию, и мы двух легендарных покемонов просрали. Ну, то бишь, если они вот так спанятся, можно сказать, с более таким шансом, если два легендарных покемона за одну серию заспанились, то не так уж и сложно. Ну, хотя сложно, конечно. Сложно то, что их будет вот найти. А, хрен, хрен я его уже найду, дорогие друзья. Просто действительно хрен. Не найду я его. Он уже 100% пропал. Я его уже, считайте, минут 5 просто летаю, ищу. Он уже, не знаю, сколько процентов, но он уже 100% пропал. Не знаю, сколько процентов, но уже 100%. Чё-то я... Так, на горе никого, никого, никого. А может, действительно Мьюту был? Может, он просто... Ну, незаметный. Вот, в принципе, вот таких размеров, как Мачоп. А Мачоп такой, более-менее небольшой. И его тоже хрен заметишь, если вот так с высоты летать. Твою мать, два легендарных покемона за одну серию. Два легендарных конченых покемона. В смысле, не конченых, конечно, не конченых. В смысле, два легендарных офигенных покемона, наверное, заспанились. И мы их не нашли. Кончено то, да, кончено то, что мы его, их не нашли, но суть в том, что они заспанились. Да, все, дорогие друзья, хрен я уже тут буду что-то летать, нет смысла, я не вижу уже смысла. Два легендарных покемона, капут. Я действительно просто уже не вижу смысла, так как они уже 100% пропали. Легендарный покемон был заспавнен в равнинах. Первый легендарный покемон. Легендарный покемон был заспавнен в Extreme Hills биомах. Второй легендарный покемон. Твою мать. Ну ладно, дорогие друзья. Давайте на этом закончим. В принципе, в следующем эпизоде я уже воскрешу нашего закаменелого покемона. И в принципе будем продолжать качать наших покемонов. И опять пытаться найти легендарных покемонов. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. И всем пока.